Привет, друзья! Только что пробежал 9 километров вокруг Листья горы. Вот сейчас поздними тропами, партизанскими дорогами возвращаюсь в цивилизацию. Бегунов практически не встречал. Вот. Одни лыжники. Лыжников, правда, много. На Листьей горе открылся сезон. Там сейчас катаются. Интересно, проверяют там QR-коды или нет. Ну так, чисто ради интереса. Вот. Что касается покрытия, то бегать было трудно, потому что лежит снег, но такого состояния, чтобы была узкая тропка, нету. То есть там все-таки утрамбован снег ранее и потом слегка припорошен. То есть бежишь как по песку, по пляжу. Нет такого, чтобы вот прям в одну колею их протоптали пешеходы, и ты по ним, по этой колее бежишь. Такого нету. Вот, так что, в принципе, это еще не самая тяжелая сложность, это еще терпимо. Вот. А то бывает, что все в одну козью тропу и уже все, жесть. Там не пройдешь, не пропляшешь. Только на лыжах, если. Ну вот, при мне один дядечка подскользнулся на ровном месте на Лисьей горе. Там шайтан Лисьей горы часто с ног сбивает. Меня два раза сбил. Один раз, помните, у меня были кровавые царапины, ссадины на руке. Ну ничего, зажило все как на псе, как на собаке. Моя жена говорит, заживает все. Вот, все, всем физкульт, привет, скучно. Бегайте, катайтесь на лыжах, на санках, и детей своих тут даже отправляйте. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, пока-пока.